Доброго времени суток. Рассмотрим очередной коучинговый вопрос. И сегодня следующий вопрос. Он звучит следующим образом. Что мы можем сделать сегодня, уже сегодня, чтобы у вас осталось это ощущение? Когда используется эта фраза? Когда клиент обозначает какое-то ощущение, которое он получил, например, в процессе исследования либо некой визуализации, то есть погружения в то целевое состояние, которое клиенту либо поможет продвинуться дальше, либо которое является искомым для клиента и в которое он хочет, в принципе, приходить гораздо чаще или, ну, скажем так, значимое время находиться в этом состоянии. А здесь интересные моменты, которые хотел бы отметить, что мы, то есть мы делаем, то есть это наша совместная работа на условно ваш результат, на результат клиента. То есть что мы можем сделать уже сегодня, то есть прямо сейчас, чтобы у вас осталось это ощущение. То есть осталось либо память, как его запускать, как погружаться, переходить в это состояние, в эти ощущения, чтобы получить тот ресурс, который либо даст энергию для того, чтобы продвинуться дальше, либо для того, чтобы просто в нем находиться и наслаждаться этим состоянием. Поэтому здесь еще такой маркер отметил бы, как прямо сейчас, то есть призыв на то, что нужно фокусироваться на действии в моменте. То есть не откладывать это на какой-то дальний срок. Коллеги, я еще раз повторю фразу, что мы с вами можем сделать прямо сейчас, уже сейчас, чтобы у вас осталось либо сохранилось это ощущение. Коллеги, всем добра, пока-пока.